Да давай ты-то давай, у меня нет. А, да, у тебя блоков нет. Подожди, как я это сделал? Не понял. Я думаю, что не понял. Как это так? Как это так? Ай, вот теперь понятно. Всем привет, с вами Дондвори и Дима, и сегодня мы продолжаем проходить карту под названием «Мир в бутылке», и это финальная часть, сейчас мы будем проходить то, что не прошли, да? Да, мы прям сразу решили записать, посмотрели, здесь совсем немножко осталось. Да. Два или один биом. Да, поздоровайся, если хочешь. Ну, нет, хочешь. Не хочу. Ладно. Только что здоровайся. Тихо. Да что ты падаешь? Сюда иди, сюда иди. Ты всегда попадаешь под мою руку. Да, все, не бей меня. Печенье, много. Печенье, хорошо, печенье. Здесь много печенья. Это много еды, это короче, бонусы. Печенье, это бонус. Прикинь, здесь книжка есть. Я тебе сказал, в прошлой части тут книжка лежит. Да, ну что здесь написано? А ты меня просто не слушаешь, что правильно? Как эта фигня написана, прочитай. Не сбирал. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, сюда. Вот так вот. Да. Вот так вот. Вот так вот. Все, пошли, короче, туда. Давай. Подожди, я там вижу, по-моему. Нет, показалось, думал сундук. Все, короче, да, давай, мы, короче, построили. Туда, да? Так. Да, вон. Здесь всё. Совсем рядом. Давай, все. Так. Он начал в эту сторону строить. Я в ту. О, там крипер заспавнился. А где еще-то? Я видел только этот биом. Вон там огроменная такая, огроменная бутылка из книжных блоков. Я не видел. Там должно быть что-то интересное, я надеюсь, так. Пошел вон. Пошел вон. Там мобы. Давай. Да. Давай. Давай всё. Ты первый. Хорошо. Крипер! О, нет. Я увидел губку! О, спасибо, за что собрал губку. Блин, чё, здесь ничего прикольного нет. Так, туда проход есть еще. Пробку? А, это пробка обычная. Вон там вот? Да. Да, там пробка. Здесь ничего интересного. Даже не будет туда копать. Капец. Это типа там ачивки выполнять, всякие ерунду, фигню. Где? Ого! Там вверх, глянь, сколько теперь идти. Все, короче, теперь построили вот там, где твоя пробка. Ой. Ты понял, короче. Mm-mm. Вон туда идем. Ну давай, начинай. Все, давай, побежали туда. Теперь строим к тому большому зданию. Побежали. Давай, упал. Тихо. Тихо, меня убили. Меня тоже скинули! А, вот, сюда, иди вот так ломай. До сих пор, во. Однище. Подожди, где сундук? Так, вот там я один вижу. Однище, смотри. Ага, вон, подожди. Так, прикинь, он, по-моему, закрыт сверху, да? Чем-то. Да. Подожди, там еще сундук есть, там какая-то дырка я вижу вдалеке. Ой, меня попугай орёт, дурацкий. Дурацкий попугай. Так, во. Я тебе помогу, так уж и быть. Так у меня и блоки закончились. Да? А, ну теперь моя очередь. Чё тебе все время строит? Нет! Ты построил? Да, все. Вот я и... Да, я блок построил. Ладно, давай, на. Да давай ты-то давай, у меня нет. А, да, у тебя блоков нет. Подожди, как я это сделал? Не понял. Я думаю, что не понял. Как это так? Как это так? Ай, теперь всё, понятно. Да проверялся. Так я еще блок поставил, меня еще подвинуло. Все, короче, теперь. Давай, это нормально. Нормально, да. Как так опять я это сделал? Ой! А я успел. Ну, это, в принципе. Хорошая новость. Ай! Подожди, я сейчас опять упаду. Тихо, опять меня упаду. ТП сначала. Да. Все, давай. Тихо. А ну, короче, я понял, иду, а ну смотри, опять смотри, вот сейчас я опять так. Чё за хрень? Майнкрафт, ты чё тупишь? Так, тихо, надо по одному блоку ставить. Не буду так? Привет. Ты чё, в стене, что ли? Вот попробуй, зажми этот shift и иди прямо так блоки один за одним строй. Я отвечаю, сейчас попугай, что таким.
меня ничего не получается. Подожди, дай я что-то в попугая кину. Попугая почти не слышно. Зачем ты берешь животное? Ты тихо там, чем кидаешься? Тапком. Ноутбук кинул свой или чё? Да, чё, слышно, да? Ну, да, как... он как бы орёт, пока в него что-то не кинешь, либо не погоняешь его по комнате, он не заткнётся. Погоняешь по комнате, так. Ты не так сделал, ты вообще не так сделал. Что значит не так? Как мы пойдем вниз туда вообще? Как ты попугай будешь гонять? Вот отсюда надо, гонять. Беру и... У меня плохо. Да? Давай, что там в сундуке, посмотри, мне интересно вообще, капец. Потом сюда и вернемся еще. Ладно, я железные руды использую. Давай. Прыжок, оп. Смотри, книжка. Какая? Букварь? Алгебра? Волшебная. Написано по волшебному языку. Как всегда. Это лабиринт. Где? Там лабиринт? Это... О, оригинально вообще, хоть что-то, ну реально, хоть что-то сделали в этой карте по-крутому. Вот, согласись со мной. Давай, побежали. Да, сейчас, я уже прохожу. Я вижу тебя где-то. Подожди, куда здесь надо идти? Я вижу так. Там где-то на центре что-то там вижу. Зомби какие-то пьяные. Чё он меня бьет? Чё за хрень? Ты чё? Так. О, мы почти встретились, да? Да. А давай это самое вместе бегай, чтобы выход найти побыстрее. Здесь выход. Где? Блин, ненавижу лабиринты. Ой, здесь как бы крипер, он сейчас поможет нам. Давай, крипер. О, помог? Ну, нет. Нет? Он где? А, он в другом месте помог. Эй! Карта. Стоп. Куда нам нужно идти? Да. Я тут где-то побродил чуть-чуть, походил по шахте, вот, хожу. И... Ай! Зомби, блин, задрали. Да. Каждый раз попадаются. Ага, достаточно. Так, я забыл, куда я шел. Ага. Я не забыл. Нет, я думал, там тупик. Тут... О! Прикинь, я чуть отсюда не ушел. Здесь написано Stick Here Have что-то там. И все. Зеркало, где выход? Подождите, во, выход. Я нашел выход, телепортируйся. Так, давай ты мне. Окей, давай. Вот, смотри. Вот, выход, тут был выход. Нифига себе, здесь разбито, лянь. Угу. Лянь, там крипер паркур прошел, смотри. И стой. Выбрались из лабиринта. Ладно. Так. Ой, здесь еще тип паркур. Типа он очень сложный, я так думаю. Тип паркур. А дальше куда? Наверх. А после этого куда дальше? Не понял. Я тоже что-то не понял. Непонятно. Все? Да. Все, прошли карту, все. Полезли, короче, в пробку. Я понял, отсюда нужно, короче, сделать вот так, сломать книжки и подняться вверх. Ты пойми меня, я не хочу заново проходить паркур. Давай, вот так, смотри, вот. И мы идем. Мы все-таки на вершину бежим. Есть, надеюсь, там что-нибудь окажется. А то ни в одной пробке мы ничего не нашли. Ага. Ну, кроме из замка. Тихо, я слышу мобов. О, глина. О, офигеть, там ведьма, глянь. Подожди, а в пробке что-то есть? В глине самой. Нет, в глине нет. Придется прыгать. Взорви их! Нифига себе их здесь! Тихо, я чуть... Не. Эндермен. Ничего особого здесь нет в этой карте. Вообще такой. Ничего да. Нету. Мне нисколечко не понравилась эта карта. Да. Не, как-то вначале более-менее, сейчас так себе. Я-то думал здесь как вначале. Возможно, если бы в этой карте были бы какие-то секреты и побольше таких неожиданностей, например, как мы сейчас встретили лабиринт, то тогда бы она мне определенно понравилась. Вот-вот. А то один лабиринт за всю карту и чуть-чуть паркура, который, не знаю, даже кто прошел. А, люди, присылайте свои карты, кидайте мне либо в личку, либо в группу ВКонтакте, либо куда-то, мы будем проходить их, я думаю, будем, да. Пойдем, короче, наверное... Пройдем или просто закончим на этом вообще. Закончим и какую-то новую карту. Да, все, закончим. Да, там, в принципе... Новую карту начнем в следующий раз. Я смотрел на скринах, там обычный остров, ничего нету особо. В общем, если вам понравилась эта часть, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Дадворий Дима. Да. Короче, всем пока. Тихо, я... Вот. Третьего лица. Ладно, всем, короче, до новых встреч и пока. Давай. Да, пока.